Всем привет, на связи Федор Васильев. И это рубрика «Вопрос-ответ». Видео-ответы на ваши частые вопросы. Меня периодически спрашивают, почему я не могу попасть на ваш сайт. И видят перед собой вот такую вот картину. Не удается получить доступ к сайту. Причин на самом деле может быть много. Но тенденция такова, что с моей стороны сайт работает, то есть он у меня открывается в браузере. А у человека, который может находиться, например, вообще в другой стране, сайт не работает. Одна из причин в последнее время – это то, что происходит у нас в мире. Всевозможные санкции и так далее. Есть очень простой способ открыть сайт без каких-то заморочек и телодвижений. Но это только в этом случае. Бывают случаи, когда, например, упали серверы на хостинге, и сайт не работает ни у кого. Тогда сайт, конечно, никак не открыть, это нужно мне обращаться к хостеру, решать эти вопросы, проблемы и так далее. Но первое, что нужно сделать, когда вы видите такое сообщение, не удается получить доступ к сайту, сейчас я вам расскажу. Это можно сделать практически в любом браузере. Я покажу на примере браузера Opera. Вы должны попасть в настройки браузера Opera. У меня это находится вот здесь слева, такая шестереночка «Настройки». Кликаем по ней. Дальше я нахожу пункт «Безопасность», кликаю по этому пункту. И вы должны найти вот такую вот аббревиатуру VPN. Просто нужно вам поставить галочку и обновить страницу сайта еще раз. И сайт, скорее всего, будет работать и отобразиться. Единственное, я вас предупрежу, то что с включенной этой галочкой все сайты будут намного дольше подгружаться. Поэтому навсегда это оставлять нельзя, нужно это решать. Если вы включили галочку и у вас сайт заработал, значит вам нужно обратиться к своему провайдеру с таким вопросом. Почему блокируется тот или иной сайт? Провайдер это тот, кто вам подключил интернет к вашему компьютеру. Вот такой вот ответ. Надеюсь, я вам помог. На этом здесь все и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.